современном мире важно не только самим помнить о жизни наших героических предков, но и передавать эту память новому поколению, чтобы молодежь имела представление, чем и для чего жили наши предки. Именно поэтому было принято решение на 800-летие со дня рождения Александра Невского присвоить Симбирской гимназии дар имя выдающегося военно-начальника и полководца. Официальное открытие мемориальной доски состоялось с участием почетных гостей региона и учеников Симбирской гимназии. Желаю, чтобы вот это событие, которое сегодня нас собрало здесь, присвоение гимназии имени святого князя Александра Невского, не стало бы просто очередной формальностью в ряде многих других формальностей нашей жизни, а хоть как-то действительно повлияло, подействовало на тех, кто учится здесь, на ход самого учебного процесса. После открытия состоялось возложение цветов к памятнику в память о ратных и духовных подвигах князя. Бюст святому благоверному князю был установлен в прошлом году во дворе гимназии. Директор учебного заведения признался, что к выбору именования школы героем подошли основательно. На поиски ушло 12 лет. Гимназия дар, гимназия духовной и академического развития. И поэтому нужна была личность, которая объединяет вот это все вместе. И когда вот впервые мы несколько лет назад узнали об этой серии всех мероприятий, связанных с 800-летием Александра Невского, вот тут и всплыла эта фигура для нашей гимназии. И мы хотим, чтобы наши дети были патриотами, были имели такую хорошую гражданскую позицию. В ближайшее время в гимназии планируют сделать традиции каждый год отмечать выдающихся учеников с хорошими показателями в учебе, спорте, творчестве. В качестве награды будут выдавать Александровские знаки отличия разной степени. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.